Ну вот еще попался. Все. Я их просто больше не беру. Я вот так вот сейчас сниму. И пойду дальше. Пусть он тут и остается. Привет, ребята, демократы. Попались вы мне все-таки. Да? Сейчас я вас буду резать. В общем. Пятый вижу. А нет, это подосиновик. Опять они выстроились здесь все. Новый косогор. Сейчас в него солезу, наверное, еще. Я тут был позавчера. Я тут ничего не набрал. Фух. Не буду брать, не буду брать. И тебя не буду брать. И тебя не буду брать. И пойду дальше. Пусть он тут и остается. И снова всем здравствуйте. Сегодняшний день решил угробить, но грибы. Вот что из этого получится. Смотрим. Вот зашел. Немножко под березовиков сорвал. Вот что немножко. Вот они тут все. И вот он такой. В нем еще. Он вспотел, бедолага. Прилипла к ней веточка какая-то. Ну что, поперли? Фух, какой степь-то тебя. А вот еще есть. Ух ты. Что-то на ней какое-то не такое. Вот так он свежий, но я его оставлю тем, кто на него напакостил. Остановился, пригляделся так внимательней. Они тут кругом есть. Этот не буду брать, вот этот буду брать. Придется ножик достать. Это хорошенькие. Это вот вообще должны быть ядреные. О, хорошие, маленькие, удаленькие. Вот они. Сюда. Это уже лопухи. Шарики. Да, где-то его тут увидел хороший грибочек. Вот он. Вот он. Красивый. Сейчас мы его подрихтуем. Сыроежка. Берем. Так. Загнутая как четко. Березка. Ловушка своего рода. Так вот, залез сюда под за грибами. А она бах и упала. Кулема называется. И приманка есть. А, березочка. Он как ее загнула в разные стороны. Ладно, давай обойдем мы тебя со всех сторон, посмотрим, может что-нибудь срубим, а может и срубим. Еще одна, вот тут надо походить немножечко. Еще тут в паутину забрался, вон какой. Ну-ка иди покажись. О! Тюх, пал. Ставит тут сети свои.
все ниже и ниже скатываюсь. А зачем, когда мне надо вверх лезть? Ну что, погнали. Ой, какой хороший. Берем. Не доглядел, кто-то не доглядел. Ладно, дальше пошли. Дойти уже до конца. Ну-ка, здесь что у нас? Вот тут тоже сыроежечки вот такие красивые загнулись. Маленькие, вкусненькие будут. Вот такой малек. И это малявка. И это малявка. Видали такие грибы? Смотри какой. О-о-о. Ну он вообще Монтана. Он прям твердый. Это масленок же. Хана ему. Вот еще один. Ну и что? А он нормальный. Жирный. Что-то какой-то синий. Посинел что-то он. Что-то я такой не возьму, наверное. Он на глазах синеет. Вот еще раз. Раз. Может быть, он и хороший. Вот еще гриб. Так, а это пока я никому по башке не ударил, надо ее уронить. Не так. Убить по ней не убьет, а напугать напугает. И уйдешь отсюда из леса с улыбкой на лице, она постоянно такая, ну что такой красный. Ну на то похоже. Что-то тут пропало. Непонятно, канитель какая-то. Кто тут шлялся? А нет, вот они. Ну, похоже, что вот как копыта, вот две точки. На лося похоже. Все мог быть. Конечно, под березовики. Только мне вас не хватало. Ну, пошлите.
сами напросились. Один. Два. Ну, тут я еще видел. Три. Вот такие вот малявочки. Ребятушки, дождались вы меня. Я столько сюда влез. Иди сюда. Иди сюда. Ну что с тобой делать? Не буду я тебя брать. Не донесу просто. А ты что, тоже финиш? Да. Вон торчит шляпа. Я сейчас к ним подойду. Два штуки. И вам здрасте. И до свидания. Не беру я вас. Клип. Вот это свинухи. Вот это свинухи. А там ребята, вон, смотрите, какие пристрогались. Вон еще один прячется. Ну-ка. Свинья. Хорошая чуша. Я вас заберу. Точно. Оба она. Красивый. Спрятался. Не видать его даже. Не слыхать, не видать. Привет, ребята, демократы. Попались вы мне все-таки. Да? Не зря я блукал здесь. Я знал, что вы здесь будете. Вас сколько штук тут? Один, два, три, четыре. Сейчас я вас буду резать, в общем. Пятый вижу. А нет, это подосиновик. Такого красивого видали? Такого видали? А такой как вам? Красивый прям. Четкий, да? Сейчас мы ему покажем, где раки зимуют. Стоит тут. Вот так. А говорят, черви не едят мухомора. Еще как едят. Ну и мы будем есть. Ах ты, ё-моё. Он уже подсыхать начал. Ну ничего страшного. Вот он. Спрятался в травку, его не видать. А мы глазастые маленько. Видим. Вот такая красотуля. Сюда. Так, пойду-ка я этих пацанов сейчас скошу. Пока их у меня перед носом никто не выкосил. Это ж грибники. Он вырастет у тебя прямо перед носом. Скосит его, скажет, я нашел. А то, что я тут... Привет, друган. Фу. Монтана прям. Да. Давай я у тебя так вот подальше-то поглубже прям. О. Красота. Вот это. Ладно. Давай в торбочку. В мою копилочку. Вот они тут сидят и даже не спорят. Один такой красивый, а один такой
чернявый. Иди ко мне, мой белый хлеб. Иди ко мне, мой белый сахар. Ну и как вам? Четкий? Четкий, конечно. Косим. Домой со мной пойдешь. Вот так вот. Тоже червячки едят. Вот тут перестали. Ну все. А нет, не все. Свинка. Ну все. Твою мать-то. Ты че тут встал? Ладно, со мной пойдешь. Вот такой натюрморт, вы видали? Вот такой натюрморт. Четко, да? Мне тоже нравится. Еще в рюкзаке столько же. Грязная кепка, стирать надо. Ветки по ней бьют. Постоянно ей достается. Если б кепки не было, у меня б, наверное, вся башка в дырках уже была. Ну все. Куда я? Ничего нового, ничего не меняется. Вот с этого леса я вылез. Ну вот и все, прогулялся я. Иду домой, уставший, но довольный своей прогулкой. Прогулялся, растрес свой жир, который копится хрен знает откуда. Фу. Хоть домой не заходи. Фу. Навалял грибов вот в этот рюкзак. И все. Иду домой. Всем спасибо, кто смотрел меня. Подписывайтесь на канал, если что. Или не подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки. Всем здоровья. До свидания.